Добрый вечер, уважаемые мои зрители, мои подписчики, все, кто меня смотрит. С вами сегодня опять, значит, канал на Ютубе «Монетный искатель». И сейчас уже канал на Яндекс.Дзен называется «С хобби по жизни». Сегодня моя третья, значит, мой третий выпуск о монетах, современных монетах, которые можно найти в нашем кошельке. Сейчас, к сожалению, их не найти, но в кошельках они уже, значит, вышли из обращения. Вот. Это одна копейка. Сегодня, значит, мы сразу несколько копеек, то есть одна копейка 1999 года, Санкт-Петербургский монетный двор и Московский монетный двор. Рассмотрим, значит, одна копейка 2000 года и одна копейка 2001 года. А что я здесь могу сказать? Значит, одна копейка 1999 года. Значит, что Санкт-Петербургский монетный двор, также и Московский монетный двор имеют одну всего лишь разновидность. Значит, ну я вкратце скажу, дужка над буквой И толстая вот у них, вот как здесь показано, завиток примыкает к канту, травинка со срезом. Ну, штамп 2-2, это понятно, стоимость, это, значит, Санкт-Петербургский монетный двор и Московский монетный двор, значит, дужка над буквой И тонкая, завиток примыкает к канту, травинка без среза. Ну, вот на монете вы видно, ну, я просто скажу, как бы сказать, вот. Тоже имеет одну разновидность, значит, и она нередкая, если имеет одну разновидность, монета нередкая, стоимость монеты где-то в пределах до 5 рублей за монету. Как Московского монетного двора, так и Санкт-Петербургского монетного двора. Переходим к следующему году, это 2000 год, значит, тут такая же история, дужка над буквой И, толстая, завиток примыкает к канту, травинка со срезом. Тоже этот же штамп. Душка над, это Санкт-Петербургский монетный двор, а Московский монетный двор, душка над И тонкая, завиток примыкает к канту, травинка без среза. Вот, стоимость одной копейки 2000 года, как Санкт-Петербургского, так и Московского монетных дворов, не превышая, значит, 1 рубля. Вот, ну и третья, как бы, нет редких разновидностей. Это 2001 год, Санкт-Петербургский монетный двор, дужка над буквой И толстая, завиток примыкает к канту, травинка со срезом. Также штамп 2-2, одинаковые штампы печатали, видимо, в эти три года, печатали одни и те же как бы штампом, и разновидностей других, значит, разновидностей нету. И также 2001 год, дужка над буквой тонкая, завиток примыкает к канту, травинка без среза. Вот эти две разновидности, стоимость монеты, как Санкт-Петербургского, так и Московских монетных дворов 2001 года, значит, до 1 рубля. Вот. Значит, что сегодня я хотел бы вам сказать. Таких интересных, как говорится, разновидностей нету, но уже в 2002 году пойдет разновидность, которая стоит немалых денег. Три разновидности, об этом я вам расскажу. А сейчас, вот, значит, ждите моего следующего выпуска. Рассмотрим уже 2002 год. Одна копейка обоих монетных дворов. А сейчас спасибо, кто меня смотрел. До свидания. Ждите моих новых выпусков. Пока.